того мерзавца. Потому что когда закончится тема украинского нацизма, будет стоять тема европейского нацизма от самых ярких их представителей, прибалтийских, и заканчивая немецким нацизмом, который по-прежнему цветет в полный рост. И мы спросим с поляков, армии которых принимают участие в боевых действиях на Украине. И мы спросим со всех. Мы спросим с Макрона и французов, которые поставляют оружие убивать русских. Мы спросим со всех скандинавов. Мы не забудем ничего голландцам. Хотите суда в Гааге? Будем вас судить в Гааге. В Гаагу придем, как в Нюрнберг пришли судить вас, сволочей. В Гаагу придем, в Париж вернемся, как в 19 веке, в Берлин, как в 20. Если в 21 веке необходимо снова русскому солдату напомнить европейской сволочи о том, что думать надо о нас с уважением, мы заставим.